каждой женщине, я это точно знаю, есть свои прекрасные черты. Некрасивых женщин не бывает, есть мужчины, что не видят красоты. Женщина – источник вдохновения, женщина – земное божество. Женщина – оазис наслаждения. Женщина – сплошное волшебство. Женщина – как запертая дверца. Каждой нужно ключик подобрать и, проникнув в трепетное сердце, никогда его не покидать. Пусть проходят дни, растают годы, и века мелькая пролетят. Женщина – загадка для природы, для мужчин и для самой себя. В этом мире крохотном и шатком, пока солнце будет нам сиять, женщина останется загадкой, что никто... Я вижу, что большинство зрителей, которые здесь, это наши прекрасные, милые дамы. Оно и так должно быть. Потому что сегодня
преддверии вашего праздника, светлого, яркого, вы самые яркие, вы самые прекрасные, вы самые восхитительные. И мы, мужчины, говорим вам огромное спасибо за то, что вы есть, за ту энергию, которую вы даете для нас, для мужчин, чтобы мы были более работоспособны, потому что именно от вашей энергетики, от вашей улыбки, я могу немножко пошутить, от вашего тепла у нас в Ганцевичах в этом году зимой не было снега. Вы все своей красотой и теплом растопили. Поэтому, милые дамы, от всех мужчин Ганцевщины принимайте самые теплые, искренние поздравления, тепла, уюта, добра, мира, чтобы в ваших семьях всегда царила любовь, тот семейный очаг, тот огонек семейный, который горит в ваших домах, никогда не угасал, чтобы на ваших лицах всегда были улыбки, вы улыбались, радовались жизни, а мы, мужчины, постараемся, чтобы в вашей жизни все всегда было хорошо. Вы за нами будете, как за каменной стеной. С праздником вас! Добра вам, мира, тепла и уюта! Дорогие мамы, бабушки и тети, хорошо, что в этот светлый час не на службе вы, не на работе, а в этом зале смотрите на нас. И 8 раз так сладостно их поцеловать. Сегодня день весенний, сегодня день такой. Мы маму поздравляем всем сердцем и душой. Мы дарим ей подарки, прекрасные цветы. И мамочки сияют от слез и доброты. Дети!
Знаешь, мама, прости, что я была упряма. Прости, что я не понимала, в чем я была не права. Слышишь, мама, присели на расстоянии. Есть у меня всегда желание сказать тебе эти слова. Я так тебя люблю, мама, ты ангел моей жизни. Душа моя тоскует за тобой, я так тебя люблю.
Дорогие женщины, пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки от букетов цветов. Пусть ваши дети будут послушны, а мужья внимательны. Пусть ваш домашний очаг всегда украшают уют, достаток, любовь и счастье. Прекрасен, мужчина ваш на все согласен.